Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, Всадники Олуха. Забираем с тобой сундучок. Так, монетки, дрова, Фрея. Короче, руна рыбы, руны. И все, давай в этом посмотрим, что 500 Фреи цветочков. Слушай, ну неплохо. Очень даже неплохо. Забираем здесь награды. Так, Беззубик, что у тебя здесь? 1 миллион рыбки. Понятно. Купить за 60 рун. Да зачем мне это нужно? Хотя надо было, я бы купил за 60 рун. Потратил, точнее, 60, а получил бы 69. Вот это я тупанул. Хотя я могу все это сделать. Смотри, я трачу 60, а приобретаю 69. А, подожди, или это чистое яйцо? Не пойму, чистое яйцо покупаю или вообще все? Нет, наверное, яйцо. Тогда я откажу себе. Тогда невыгодно получается. Так, благословенный пир Фреи. Опять? Опять пир Фреи? Так был же уже. Кстати, друзья мои, вы писали, да, у нас действительно появилось еще одно испытание, которое называется «Происшествие. Путь по ту сторону». Ну что же, займемся, но сначала все-таки нам нужно допройти «Угроза защиты торговцев». Так, как всегда по стандарту, давай, наверное, глянем паки, соберем ресурсы, отправим на добычу. Ну, все как всегда. Тут, понятно, монеты Одина. Давай быстренько нам в копилочку. Загадочный набор, Громль, Шторморез, Костолом. Интересно, зачем вот эти вот кружки нам дают? Я еще, кстати, ни разу не видел, чтобы эти кружки куда-то нужны были. Так, и здесь глянем. Ну давай, 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 это все понятно. Монетки Одина, 9 штук, в копилку. Мне вот здесь интересует что? Кревет, чудовище, водорез. И как по стандарту, да? Кревет, чудовище, водорез. Ни больше, ни меньше. Ладно, фиг с ним. Так, давай-ка мы с тобой здесь заберем кораллы, тусклый янтарь и отправим дальше его гулять. Пускай бегает. Кстати, подождите секунду, мне кое-что. Вот это кто такой? Вопль смерти. Блин, крутой, да, вопль. Кстати, у нас с тобой прокачалось это или нет? Так, секундочку. Заберем. Опа! Друзья мои, это новое яйцо, которое мы с вами искали. И вот оно нашлось. Ты спросишь, на кого? А вот на кого, ребята. Пылевой буян. Конечно, вывести. Сколько оно будет выводиться? Почти 5 дней. Господи, что за... Да, ребят, очень долго выводиться будет. Так, ну что, мы можем с тобой пойти и отправить Костолома на обучение. А, не понял. А, конечно же, я же поставил. А сколько нужно, чтобы завершить быстро? Ой-ой-ой, 376 рун. Дороговато, я, наверное, потерплю, ребят. Я, наверное, потерплю. Тем более у нас есть чем заниматься пока в данный момент. Так, давай-ка мы этих... Во-первых, отправим нашу дневную фурию с тобой дальше искать. Ага, не могу. Не могу. Тогда пускай... Да пускай ищет. Главное, чтобы она была чем-то занята, понимаешь? Он ее... Обучить дракона требуется 112 уровень. Ничего себе. Нет, пускай просто летит. И ищет. Так, здесь у нас Громгильда. Приручение бесплатно. Так, продолжить. Пускай он там шепот. Бесплатно. Валка тоже бесплатно, ну абсолютно все бесплатно, ребята, отправляем. Так, ну у тебя-то что? Сумка, да, все-таки? Все-таки дал мне сумку, руны зажал. Ладно, пускай. Этих мы с тобой отправили, тогда этих тоже отправляем. А что они тут сидят? Ничего не делают. Ищите давайте. А ресурсы? Так, Беззубик. Кстати, вот это я заберу. Найти еще. Опачки. Два письма. Так, здесь у нас есть что-нибудь? Нет. Хотя вот это вот меняем. Да. Откроем давай быстренько пак. Ареновский, обычный, как ты видишь. Лаварык, Шторморез, Крылатый ужас. И следующий сразу на открытие ставим.
Что мне делать с беззубиком? Беззубика мы с тобой, наверное, будем отправлять опять за флагами, которые мы с тобой ищем. Их нужно очень много. В моем случае очень много. Может быть, сюда, на кладбище его, драконов отправить. Пускай летит, да? Лети. Так, ну а мы с тобой заберем здесь награды, и, в принципе, можно будет приступать к событиям. Обмен. Так, погоди, что-то... А, я же не добрал. Здесь... Кстати, надо будет посмотреть, что за фестиваль и что там будет у нас новенького. Опять фестиваль Фрейи, как ты видел? Или он продолжается, я не знаю, ребят. Так, тут ничего нету. Мы с тобой можем это глянуть здесь, да? Фестиваль Фрейи. Так, ну тут 3 дня 6 часов написано, что скоро он закончится. У нас с тобой 4500 эксклюзивные штормовестницы. Тут у нас есть эксклюзивный огненный крушитель. Заресвет. Королева гниет. Ну мы можем, например, взять вот этого эксклюзивного. Но мне почему-то хочется, ребята, барса и вепри взять. Уникальные. Блин, а. Ой, не знаю, ну давай возьмем. Купим. Пускай так уж и будет быть, да? В наличии у меня такого нету, мы его разместим. А куда его разместить? Вот он, да? Единственное, хотелось бы узнать, чем он отличается от остальных. Ну, например, от нашего того же самого барсика, грубо говоря, да? От обычного. Что в нем такого суперского? В любом случае, если я хочу собирать, ребят, коллекции, мне нужно приобретать всех драконов, которые у меня есть или нету. Это начиная от обычных до, извини меня, легендарных. Так, ну что же. Вроде бы все... Нет, не все, опять тут что-то у нас появилось. Так, забираем 50 цветочков Фрейи. Ну и идем с тобой на испытаниях. Кстати, здесь осталось 4 дня, и мы с тобой получим вот эти суперские призы. Так, открыть. Раз, два, три, четыре, пять. Да, ребята, ровно 5 боев у нас впереди еще остается для того, чтобы полностью пройти это испытание. Но это при условии, что мы не будем фейлиться. Сколько волн? Одна. Но с этими ребятами, я думаю, мы справимся. Тут лаварык, да, шторморез. Это, в принципе, не очень страшно, тем более уровень маленький. Мы должны потянуть. Не забывай, у нас с тобой 2 груши, 2 силы. Так что хватит. Должны пройти. Давай ударим. Добить сможешь, барсик? Сможешь, красавчик. Лаварык, он не страшен. А вот если мы сделаем так, это будет даже очень хорошо. Фиол. Угу. Помогаем бомбить лаварыга. Пока у него пониженная броня. Это, как говорится, в наших интересах. Но он, может, сейчас не стал делать защиту, кстати. А мог бы. О, все, крышечка ему. Ему крышечка. Мы с тобой здесь хильнемся. Но он не кисло, да? На 348 вылупил себе от хила. Очень круто. И мы его уничтожаем. Да, довольно легкое вот это было испытание. Ну и, естественно, крутим с тобой кольцо. Давай, плод мудрости, е-е-е! Вот это да, это как раз, ребята, нам к боссу вообще не повредит. Вот еще бы прилив сил, 3 штучки, вообще было бы замечательно, да? Так, ладно, мы с тобой забираем янтарь. И у нас впереди мини-боссики. Раз, потом сюда перейдем. Так, то есть, раз, два, три. Да, должно все у нас хватить. Пытаемся, ребята, как минимум тратить вот эти вот наши ресурсы. Ой-ой-ой, шепот смерти, сколько тут? 2 волны. 2 волны, шепот смерти начинает первым. Соответственно, он будет очень быстро накапливать себе инициативу. Очень быстро. 13 уровень, вряд ли я, конечно, успею его... Хотя этот потратил энергию, да? Все нормуль. Все четко.
Так, это сейчас будет что-то делать. Что он там собрался? Вот как. Мы с тобой здесь, наверное, залечим раны свои боевые. Так, этот что? Ну, максимум укусит. А, пульнет. Пульнет он. Так, ну у нас другого варианта нету. Все равно. Ну давай. Все, ребята, ему кранты, короче. Переходим на последнюю. Так, шепот смерти, да? Ой. Так, смотри. У нас есть два варианта с тобой. Блин, нам бы дожить до этих вариантов, кстати. Но я думаю, ты понял, да, к чему я клоню? Я клоню именно к заморозке. Я клоню именно к заморозке. Сейчас мы их замораживаем. И начинаем по одному разбирать. Начну, наверное, с шепота смерти. Блин, жалко мы его, конечно. Ну и он нам, в принципе, ничего не должен сделать. Хотя в наших интересах лучше вот так вот сделать. Так, что он там будет бомбить? Кого? Понятно. Уничтожаем. Эти сейчас оклемаются? Нет, пока еще спят. Так, барсик. Барсик что-то хочет замутить. Что он сделает? Хорошо, у нас защита. Правда, понизил он мне атаку, но это не страшно. Кого он будет? Все, ребят, я скажу тебе следующее. Они наши. Точнее, даже я бы сказал, он наш. Потому что он один здесь, ну, ничего не сделает. Суперудара у него нету, потому что энергии не накопилось. Ну, усиленная атака, да. Но пока он тут ей будет наяривать, мы его давным-давно разберем. Чуть-чуть не хватило, буквально капельку, ребят. Все. Ну что, пока идем вроде бы ровно. Мини-боссики легкие, так что нормуль. Ну что, давай посмотрим, что нам выпадет. Ох ты, пак. Необычный. Спасибо. Неожиданно, если честно. Ух ты, еще пак, что ли? Да ладно, спасибо. Все-таки иногда, ребята, игра преподносит нам подарочки такие, да? То есть вот в данный момент мы с тобой за две рулетки получили два пака. Две волны, друзья мои. Кревет и Костолом нас встречают. Слава богу, уровень 13. Все равно, конечно, неприятно, но могло быть и хуже. Могло быть и хуже, поверь мне. Самый сильный у нас здесь, конечно, кревет на третьей фазе, когда он начинает применять свою суператаку. Да он и так, в принципе, неплохо бомбит. Плюс у него вот это вот автоматическое усиление атаки, бесявое. Так, Костолом пока отдыхает. А мы займемся своими делами, а именно отхилом. И будем потихонечку его бомбить. Так, потом не забыть, главное, слепоту на него повесить. Поехали. Так, а я не успею, по-моему, слепоту-то на него повесить. Ладно. Кого-то сейчас, ребята, он звезданет. С разбега, естественно. Кого только. Барсик, это плохо. Так, ну что, я предлагаю, наверное... Блин, мне барсика нужно подхилять. А разобрать мы его не успеем, а? Успеем. Делаем так. И уничтожаем, да? Блин, а барсика-то как же нам, а, спасти? Я даже не знаю, ребят. Кто тут у нас? Что за враги? Упс. Раз, два. Они вдвоем будут ходить, поэтому барсика я залечу, ребята. Давай, наверное, с водореза начнем. Водорез противный, а? Что он будет делать? Понижать броню. А этот сейчас будет... Да, ребята, он будет сейчас, наверное, атаковать все-таки мне именно. Так точно. Потом они опять вдвоем ходят. Ну, кого ты атакуешь? Неужели кривокл... Да, они начинают его бомбить. А у него пониженная броня, ты видишь, да? Как бы не уничтожил, а? А, вот он как сделал. Слушай, ну тогда у нас с тобой есть шанс.
С тобой у нас есть шанс. Одного минусуем, это сразу, да? Водореза. Но нам нужно успеть хильнуться еще. Вот об этом не забывай. Так, тут хиляемся. Подожди, хиляемся, говорю. Да хиляемся. Так, это сейчас укусит, ну понятно. Так, опять атакуем. Кусаем. Сейчас этот будет, ну, хвостом просто бомбить. Мы с тобой отхиливаемся. Ну и, в принципе, все, ребята. Это последняя волна, последняя. Нормально. Короче, две груши у нас. И два прилива сил. Смотрим. Рыба, понятно. 21 миллион рыбы, нифига себе. Выпадает нам. Это, по-моему, рекорд. Плод мудрости, оставь. Есть, отлично. Как раз, ребят, мы с вами один потратили. И, грубо говоря, его компенсировали. Так, забираем с тобой 100 рун. Ну что, осталось здесь последние две битвы, ребята. Последние две битвы, и угроза защиты торговцев будет пройдена. Так, две волны, 13 уровень, все пока хорошо. Так, они ходят. Потом барсик. Наверное, я начну с водореза. Они очень... Ага, хотел сказать, они очень быстро накапливают энергию, но, слава богу, этот все-таки сделал свой суперудар. Так, смотрим. Угу. Ах, как хотелось бы, конечно, добить, ребята. Ну что? Ой, тихо. Не надо трогать ветрокрыла. Посмотри, что творят. Давай вот так сделаем. Теперь заморозку. И мне нужно ветрокрыло хилять, друзья мои. Слушай, это опасно. Вдруг он проснется, и у него суперудар будет. Давай попробуем так сделать. Опять зря, да? Опять зря я потратил. Блин, ну... Ну, кто же знал, ребят, что вот так вот будет. Опять, получается, зря потратил грушу. Хотя, почему зря? У нас еще волна одна впереди. Так что... Не... О, лаварык. Ну, тут опасный только лишь один для нас. Это костолом. Ну, начну я, наверное, с лаварыга все-таки. Ой, с громорога. Пока нету смысла, ребят, тратить. Лучше мы с тобой сделаем заморозку. Лучше мы с тобой сделаем заморозку. Разберем громорога. И, наверное, теперь лучше брать все-таки лаварыга. На раскрутку. Да, лаварыга. Ну, что он тут будет делать? Ну, ударять он будет. Ну, максимум он сможет поставить щиты. Это максимум. Блин, они тяжело очень разбираются. Так, я, наверное, кусану его здесь. Так, а этот еще спит. Слушай, это классно. Так, он проснулся, да? Ой, разбег сейчас будет. А почему он не стал делать? А вот это, ребята, загадка. Почему он не стал делать разбег? Он мог бы. Он мог бы его сделать... И, наверное, даже барсика наказать, если честно. Но он проспал свое счастье, поэтому мы с тобой хиляемся. И зря, наверное, потому что он сейчас просыпается и будет делать свой разбег, который не сделал в тот раз. Мы опять хиляемся. А зачем? Эта волна последняя. Пускай бегает. Мы его потом просто-напросто возьмем одним ударом и завалим. Особенно если это будет делать кривоклык. Что-то он, ребята, странный какой-то. Не стал он бегать, оглушить нас. Ну, нам это только на руку. Ну, давай посмотрим. Так, 15 миллионов древесины. А здесь... Рыба, да, 15 миллионов, понятно. Ну что? У нас с тобой заключительный бой. На этой угрозе. Так что сконцентрировались, ребята. Посмотрим, сколько волн, какие тут драконы. Я уже вижу, ребята, 16 уровень. Это не есть гуд. Два громобоя. А вот это плохо.
Да, это очень плохо. Два громобоя, ё-моё. Плюс инициатива, я так понимаю, да? Сейчас у них будет просто зашкаливать, лететь. Смотри, у меня еще ни шиша нету. А у них уже все, так сказать, готово, да? Если я сейчас не подлечусь. А зачем? Я сделаю вот так вот, ребят. Да, я все-таки сделаю так. Два громобоя, но это слишком опасно. И буду уничтожать вот этого хлопца. Для начала. По возможности будем отхиливаться. Есть контакт. Хиляемся. Так, теперь какого? Наверное, вот этого будем, да? Блин, три энергии. Сейчас начнется. Хотя, что начнется? Не, начнется. Они оба проснулись. Да, и они оба будут сейчас ходить. Блин, ну тратить на них, ну я не знаю, ребят. Ладно, пускай вот так. А этот что? Этот укусит просто. Отлично. Ну, у нас с тобой. Так, этого мы добьем. Смотри, опять энергия. У него просто зашкалит, ребята. Накопление вот это вот. Сейчас кого-то опять своим суперударом. Ага. Все именно на кривоклыка, да? Скидывают. Весь свой негатив. Так, а мы опять с собой залечиваем раны. Хорошо, что у нас ветрокрыл очень хорошо хиляет. Почти под 300. То есть, если этот наносит сколько на... А, мы уже не увидим. А зачем я так делал? Я, наверное... Нет, все-таки лучше ударим. Так, смотрим здесь. Хофер, Громорог и Ужасное Чудовище. Угу. Ну, тут, понятное дело, нужно сон влуплять. Оу, тю-тю-тю-тю-тю-тю. Сон влуплять, да, я хотел сказать. Да я боюсь тут... Блин, тут сном мы с тобой не отделаемся. Ладно, потерпим. Сейчас попробуем все-таки усыпить. Разобрать Громорога, потом разобрать Чудовище. И уже потом заниматься вплотную Хофером. Ну, я так думаю, это оптимально, ребят. И еще при этом мы можем с тобой хильнуться. Или не надо хиляться. Пока не надо, наверное. Громорог не столько много наносит урона, поэтому можно потерпеть. Опс. Но тут, естественно, лечимся. Тут понятное дело. Последний бой нам как бы уже с тобой. Так, а синий как раз против красных неплохо. А ну-ка давай возьмем его. Пускай поможет нам. Пускай он нам поможет. Отлично. Бомбим. Так. Сюда удар. Мы, наверное... Нет, хиляться не надо. Нам нельзя, ребята, тратить энергию, потому что мы будем с тобой Хофера постоянно брать в слепоту. Вот я к чему. Так, здесь уничтожаем. Слепота. Слушай, по-моему, все, ребята. Победа будет здесь за нами. Это, как говорится, неоспоримый факт. Сделать он ничего не сможет. Мы с тобой инициативу будем накапливать довольно-таки быстро, потому что у нас три дракона. За каждый проход у нас получается по одной энергии. Ну да, так все и будет выходить. Смотри, мы опять на него вешаем слепоту, и он опять беспомощный. Ну, если честно, ребята, без слепоты я бы здесь вряд ли справился, потому что он очень тяжело разбирается, как ты видишь. И, естественно, он бы делал свои супермассовые атаки. А мы прекрасно знаем, какие у него массовые атаки. Поэтому вот этот вариант самый-самый... Вот здесь вот интересно получается, смотри. Как он, интересно, переплюнул... Ну, конечно, мне здесь придется вот так делать. Как он, интересно, переплюнул моего кривоклыка? Вот объясни мне. Как он его опередил? Для меня вот это загадка, конечно. Но вот сейчас он, по-моему, сделает свой суперудар. Нет? Ну что же. Ребят, я нас могу поздравить только с тем, что мы прошли с тобой это испытание полностью. И что же нам выпадет? Да ладно. Обалдеть, серия испытаний, ребят. Это круто, сегодня что-то прям фартовый день какой-то. И рыба. Все-таки лучше бы, конечно, прилив сил, но фиг с ним, пускай рыба. Так, ну что, и забираем с тобой пак.
Вот и еще одно задание выполнено. Вот это вам, ага, выглядит в точности как тот груз, что вы защищали. С ума сойти, верно? Верно. Так, ребят, еще одно событие у нас с вами впереди. Происшествие, путь по ту сторону. Подожди-ка, давай-ка мы вначале, наверное, все-таки откроем с тобой все, что заработали. Мне вот интересно просто глянуть, что нам здесь выпадет. Так, ну это понятно, что монетки Одина. А вот что внутри здесь? Шепот смерти, громобой, водорез и пошли ресурсы. Так, 10 рун хапнули. Блин, нифига, премиум. Это кто такой? Что это за дракончик, ребят, такой, а? Интересненький. Так, естественно, я отказываюсь. И мы продолжаем с тобой дальше открывать. Новый набор жетонов. А, вот, это ареновский, да? Громоль, кстати, который готов прокачаться. Шторморез, Костолом. И все, что ли? Так, подожди-ка. Кто там у нас? Громоль, да? 800 на него, на Громоле. Вот он. Улучшить. Можно ли его улучшить? Конечно, можно, ребят. И он всего лишь получает 10-й разряд? Всего лишь 10-й разряд? Серьезно? Я что-то не знал, что он у меня такой слабенький. Ну вот поэтому я его и не беру с собой, потому что он такой слабенький. Так, естественно, заберем с тобой блестящий янтарь. Так, секунду, это еще не все. Тут еще 3 пака. Так, давай мы с тобой, наверное, загадочный откроем. Посмотрим, что тут выпадет нам. Так, Костолом, Шепот смерти, Громоль и ресурсы. Окей. Опять это еще не все, ребят. Продолжаем открывать. Здесь у нас, ага, 2 одинаковых набора. Серия испытаний. Так, кто-то там, ребята, есть в конце. Громоль защитник. Вы хотите сказать, что у меня его не было? Подожди. Ну, да погоди, разве у меня такого Громоля не было? Разве вот это вот... Подожди. Вангар, да, я хочу его отправить в Вангар. Это же тот же самый Громоль, который... Где вот он у меня, ребят? Сейчас я тебе его покажу. Это же он, вот он. Только этот уже в Титанах, а тот, получается, ну как бы пока обычный. Я сейчас зайду в Вангар и посмотрю. Они обычно в самом низу, да, эти новички нулевого уровня. Так, а где он? Я его сюда отправлял. Вот он. Он же? Ну, это 4 уровня. Что-то я немножко, ребят, потерялся. Я не врубил. Я потом посмотрю на повторе. Но он же не мог сразу 4 уровень получить. Появиться и 4 уровень сразу. С этого капканчика вылезти. Странно, конечно, немножко. Ладно, давай смотреть еще пак. А, у нас еще вот этот вот есть. Необычный набор. Яйцо, да? А, водорез. Ну, водореза, понятное дело, мы с тобой сразу отпускаем. Потому что у меня и так в наличии их аж 2 штуки. Куда мне еще? Так, ладно, открываем этот пак. Угу, угу. И креветы. Редкий. Ну, редкий, по-моему, у меня есть, да? Есть. Если я его отпущу, я получу рыбы. Много. Пускай, наверное, пока он будет, ребята, в ангаре сидеть. Если у нас уже будет мало места в ангаре, тогда мы будем с тобой разбирать вот этих вот двойничков, дубликаты, да, так скажем. Просто тут, смотри, сколько рыбы, сколько древесины. И все равно этого будет мало. Так, ну что, а мы с тобой идем на следующее испытание. Давай смотреть. Путь по ту сторону. Испытание довольно... Ага, хотел сказать короткое. Нет, ребята. Испытание довольно длинное. Естественно, мы за один раз его пройти не сможем. Но попытаемся пройти без ошибок. Так, ну что, впереди у нас 1000 янтаря. Это первый наш приз, который будет здесь. Сколько волн, сколько чего, давай показывай. 2 волны, понял. 2 волны, 12 уровень начинает.
И мы поехали. Так, громобоя в первую очередь, да, сносим. Потому что чудовище мне особо сейчас не страшно, если честно. Так, сейчас ходит он, потом Барсик. Ну, Барсик, естественно, я думаю, добьет. Добил, молодец, красавчик. Теперь будем чудовище бомбить. Ну что, по старой школе, да? Тем более у него усиленная атака. Лучше пускай, как говорится, промахивается. Кусаем. Он делает очередную попытку свою бесполезную. Бомбим. И уничтожаем. Переходим с тобой на вторую волну. Так, в плане он один? А чё он один? Он в себе поверил, что ли? Я не пойму. На тебе. Поехали. Да, змеевик. Тут ты, конечно, лопухнулся. Почему тебе одного здесь поставили, я не понимаю, ребят. Ну ладно, им виднее. А мы с тобой проходим и сейчас будем крутить колесо. Ну-ка, порадуй меня чем-нибудь. Ну, мог бы и паком порадовать. Древесиной уж ты меня точно не порадуешь. Или хотя бы прилив сил тоже было бы неплохо. Но нет, ребята, ничего такого. Дают нам, короче, 1000 тусклого янтаря. Забираем. Раз, два, три, четыре. Ну, максимум мы с тобой дойдем до 75 рун сегодня. Это при условии, что все пойдет идеально. Так что стараемся. Так, здесь опять же две волны. И... стальной капкан? Вы серьезно? Так, нет, не надо. Вот этого здесь не надо, пожалуйста, уберите. Я его знаю. Этот дракончик маленький. Так, хорошо, что у него энергии всего одна. Он так вжаривает не кисло. Даже с одной энергией. Окей. Так, наверное, тут лучше подлечить маленько наших бойцов, да? Бу-бух. Погнали на разборку. Так, кусаем. Хиляемся. И нет, не добьем. Хотелось бы добить, но не сможем. А вот теперь, да. Так, здесь у нас крылатый ужас, громыль и шторморез. Так, они сейчас вдвоем тут сходят. Ну а мы с тобой что сделаем? Ну только укусим. И укусим мы с тобой, наверное, вот так вот. Потом пойдет заморозка у нас. И... трындец. Барсика, что ли, потеряли? Скорее всего, Барсика мы с тобой уже потеряли. Ну, тут это не страшно. Это последняя волна. Можно себе позволить, да? Шикануть одним драконом. Опачки. Успел подлечить. Поехали. Слушай, даже лучше получается, чем я ожидал. Намного лучше, ребят. Я успел даже отхиляться практически полностью. Шторморез сейчас сделает удар. Но он такой маленький. Вообще никчемный ударчик. И мы его добиваем. Все. Двигаемся дальше. Ну-ка, порадуй. Ну да, вот. Нет, вот вместо того, чтобы дать мне, например... пак, он дает мне рыбу. Нет, я, конечно, не спорю, ребята. Ресурсы тоже нужно восстанавливать. Но они уже зачастили. Ладно, двигаемся дальше. Так, поборемся с тобой за загадочный пак. Сейчас, в данный момент. Поехали. То есть, мало того, что мы с тобой боремся за пак, у нас еще есть попытка все-таки что-то вытащить. Именно, когда крутим колесо. Ох, ё. А тут, ребята, уже три волны, так что не расслабляемся. Полная концентрация. Наиполнейшая, понимаешь? Так, ну что, шепот смерти, в принципе, мы с тобой уничтожим. Змеевик сейчас... а, вот он как. Чуть-чуть, вот чуть-чуть не хватает, да? На тебе. Так, ну здесь лучше мы, наверное, все-таки залечим раны. Змеевик что будет? Понятно. Почему, ребята, лечим раны? Потому что здесь три волны. Была бы одна или две, можно было бы играть, как говорится, на авоську.
Но здесь нам нужны здоровенькие драконы. Поэтому я так и делаю. Так, кто у нас тут? Так, пристеголов плюс водорез. Здесь у нас водореза. Начнем. Кто бы сомневался? Кто бы в этом сомневался? На тебе. Ну что, заморозку? Давай заморозим. Добьем с тобой водореза, а после начнем пристеголового бомбить. Поехали. Кусаем. Так, хиляемся. Он ничего не сделает нам. Вау, уничтожили. Так, а вот здесь уже кто? Громобой, опять змеевик и чудовище. А он уже идет типа как мини-боссик, да, все-таки? Я понял. У нас с тобой тогда один вариант. И восполнить я его не сумею, не успею, ребята. Энергии не накопится, к сожалению. Хилять. Хилять, блин, хилять. Да пошел он, знаешь, куда. Делаем то, что я хочу. Я рисковать не буду, ребят. Я рисковать не буду. Поехали. Сюда. Лечим раны. Еще бомбим. Так, сейчас будет удар. Ниже пояса. А нет, это нормально было еще. Это было нормально. Так, что нам, хильнуться или добить? Наверное, все-таки, блин, или добить. Это последняя волна, давай добьем. Здесь сделаем так. Сейчас будет кому-то, ребята. Хотя нет, мы с тобой обошлись малой кровью. Потому что он в слепоте ничего нам не сделает. А мы с тобой этот этапчик пройдем. Погнали. Кусаем. Ага, массовую атаку сделал, да? Но не тут-то было. Все, ребят, добиваем. Вот так вот это делается. Ну что, давай крутить колесо и смотрим, что нам выпадет. Рыба, понятно. 21 миллион рыбы. А здесь опять 15 миллионов рыбы. Так, ну что, забираем с тобой пак. И у нас... И у нас с тобой сейчас обычный поединок. По идее, да, будет. А потом еще мини-боссик. И после мини-боссика мы с тобой заберем 75 рун. Как-то так. Ну что, поехали. Сколько здесь волн? Все, ребят, тут, короче, уже будет по 3 волны, я так понимаю, да? Вначале было 2, теперь по 3. Начнем с древоруба. Блин, древоруб, если накопит 3 энергии, ребят, он вжарит своей супермассовой атакой. А она у него очень больно бьется. Поверь мне, если этот, конечно, сейчас не потратится. А он потратился, хорошо. Что нам делать? Тихо, 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 не надо, успокойся. Так, кусаем. И делаем заморозку. Делаем заморозку, потом бомбим. Если что, отхиливаемся. Если, конечно... Ох, ё. Ты видел, что он тут начал вытворять? Так, здесь, значит, барсик и шепот смерти. Блин. Тихо вы. Что происходит, ребят? А? Скажи-ка мне, Милс, что здесь происходит? Это только лишь вторая волна получается, да? Я ударю, он проснется, наверное, или нет. Вот это мне интересно, он проснется или... Ага, он не успевает сходить. Я хочу просто проверить. О, сможет он уничтожить мне кого-нибудь или нет? О, наш парень. Так, ну что, переходим с вами на третью. Ё-парасоте. Да ну! Обалдеть, начинается, короче. Тут и креветы. Ой. Что сделать? Ну, я думаю, что тут, наверное, надо хильнуть. Кривоклык.
Он второй, этот на третьей энергии, наверное, бомбанет. Нам нужна заморозка, ребята. Угу. Быстрее, быстрее нужна заморозка. Вот она. Как она меня тут спасет, я ума не приложу. Спасет ли она вообще меня здесь? Ну, добей его. Блин, этого будет себе дороже. Этот тоже будет с разбега делать. Поехали. Ну это что это мне даст? Ведь это никак меня не спасет, ведь да, ребята? Барсика так, по-моему, это точно не спасет. Давай сделаем тогда так. Он вжарит, ребят. Ладно, была не была. Поехали. Смотри, что он сейчас влупит. Блин. Так, а этого парня, естественно, нужно брать, ребята, в слепоту. Тут больше никак, вариантов других нету. Все, да? Ну что, скала, ты попал. Но мы тоже потратились не кисло, поэтому руны нам пригодятся. Которые мы с тобой собираем. Сколько тут стоит у нас? 285 штук. Три. Три груши. Нормуль. Ну что, я думаю, успеем мы его бомбануть. Есть контакт. Ну и давай смотреть. Давай, давай, вот этот пак. Отлично, ребят. Хорошо. Продолжает меня колесико радовать. Нет. Эх, рыба. Ну что, последний поединок у нас с тобой, потому что последняя энергия осталась. Правда, у нас здесь мини-боссик будет, а у меня не осталось вообще ничего, поэтому руны, скорее всего, придется сейчас тратить. Три волны, кто у нас тут, покажите мне. Ага, змеевик, значит, и чудовище, 13 уровень. Понял, поехали. Ну, начало вроде бы неплохое, да? Начало вроде бы неплохое. Так, уничтожаем. Ну что, чудище. Да давай, что мы теряем-то? Ничего абсолютно не теряем. Энергию мы с тобой успеем накопить. Тем более, он довольно тяжело как-то разбирается, я смотрю. Думал, будет попроще, но нет. Так, добьешь? Молодец, красавчик. Так, вторая волна. Так, чудище, пристиголов и шторморез. И все фиолетовые, прикинь. Все втроем они ходят. Потом наша, как говорится, минута славы. Мы с тобой попытаемся сделать заморозку. Но сначала всех немножко вот так вот здоровец поубавим. И знаешь, что я тебе скажу? По-моему, здесь даже неплохой вариант получается. Так, этого мы с тобой уничтожим. Хиляемся. Потому что это только вторая волна. Так, уничтожаем. Хиляемся. Бомбим. Так, он сейчас что-то тут сделает. Понятно все с ним. Так, и переходим с тобой на последнюю третью волну. Кто у нас тут? Все синие. А, нет, нет, не все. Два синих, один красный. Синие. Естественно, они сразу атакуют красных. Это понятное дело, ребят. Так, ну мы-то с тобой попытаемся что... А, чё... а у меня атака пониженная. Мы попытаемся сейчас заморозить. Да что пытаться, мы и заморозим их, в принципе. Мы их заморозим. И начнем, наверное, с центрального, да? Со змеевика с тобой. Есть контакт. Вот тут, конечно, пониженная атака. Это меня бесит. Лечим. Так, громорог, естественно, просыпается. Начинает тут буянить. Блин, он понижает атаки. Это плохо. Так, этот очнулся, да? Этот очнулся, супостат.
Успеем, нет? Нет, не успеем, потому что у нас пониженная атака. Этот... Ох, как делает. Ну что, теперь все, ребят, теперь крышка. Морозить я не буду. Будем просто с тобой бомбить. Я надеюсь, он не завалит мне кривоклык. Нет. Тогда все, парень, прощай. Ты лопухнулся. Ты лопухнулся. Ты, наверное, не думал, да, что я буду делать на тебя слепоту. Но здесь ты просчитался. Так, удар. Еще удар. Добить сможешь? Да. Все, друзья мои, великолепно поиграли сегодня. Крутим колесо. Да ладно, опять пак. Ну, спасибо. Пускай даже загадочный. И 51 миллион древесины. Так, и забираем с тобой 75 рун. Все. Так, давай посмотрим, сколько у нас еще впереди предстоит боев. Раз, два, три, четыре, пять. В общем, в следующей серии мы с тобой, по идее, должны пройти будем это испытание. Но, опять же, все зависит от того, как. Если будет все ровно идеально идти, без всяких помарочек, то пройдем. А если где-то будем фейлиться, то не пройдем. Забираем янтарь тусклый, 1000. И тут у меня где-то еще паки, вот. Набор карт. Так, монеты Одина. Шторморез, костолом, чудовище. И ресурсов немножко. Дальше. Ага, давай загадочно, наверное, откроем с тобой. Посмотрим, что здесь у нас. Душитель, шторморез, шипорез. И опять ресурсы. И остается последний пак на сегодня. Это вот этот вот. Ну, необычный набор. Кто там в конце у нас? Крылатый ужас, ребята, он у нас есть. Он у нас есть, поэтому его нужно... Ух, их аж 4 штуки, ребят, в наличии-то. Куда они мне? Солить их, что ли? Так, я не понял. А, они добывают, добывают, все. Пардончи, я уже думал, что-то они тут прохлаждаются, у меня сидят. Нет, все у них нормально. Ну что, дорогие друзья, а на этой ноте, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!